Сколько ты можешь идти сзади? Нужно что-то сказать. Ловко, быстро и остроумно. Вот тут и рождается талант. На главном инстинкте. А солнце – вся жизнь. А море – вся жизнь. А пыльные, а горячие. А пахнут акацией, ковылем, полынью и ходьбой по горячему асфальту. А на чем они передвигаются? Эти оборванные юбки, эти разорванные джинсы. Из них медленно и плавно уходят вниз быстрые, нежные, необыкновенной красоты. А вверху какие-то майки, куски халатов, обрывки парашютов. Оттуда идут глаза. А чуть лизнешь – незаметно, но обязательно. Если хорошо состришь, то лизнешь. Соленое. Состришь, лизнешь, замрешь и поцелуешь. Поцелуй дороже всего. Все остальное мельче, хуже и глупей. Поцелуй главнее. Ты что-то говоришь внутри поцелуя, и ты идешь вперед внутри поцелуя. Поцелуй – это твое завоевание, твое произведение, твоя индивидуальность. В этом поцелуе все море, все лето и желание сказать еще что-то, о чем сегодня можно догадываться, а когда-нибудь, может быть, и пожалеть. Но кто об этом думает, когда целует? Ваш и очень-очень твой. Спасибо за внимание. Я желаю нам всем получить удовольствие от того, что мы увидим на экране. Я надеюсь, что они будут не плоские, а выпуклые. Михаил Жванецкий, спасибо вам за удовольствие наблюдать, слушать. Михаил Жванецкий, как поцелуй для Одесского международного кинофестиваля. Дякуємо, пане Михайло, дякуємо.